Это подстроенное ДТП. В нем никто не пострадал, ведь его организовали онежские спасатели, чтобы наглядно рассказать о своей работе школьникам. На территории спасательной части номер 13 в Онеге прошел открытый урок для старшеклассников городских школ. Хотели показать, как работаем, что можем сделать. Но лучше в ДТП не попадать, чтобы этого не было, потому что ситуации бывают разные. Также пожарные спасатели МЧС продемонстрировали юным онежанам и свою спецтехнику, что вызвало особый интерес у молодежи. Это патрульная мотолодка инспекции по маломерным судам, Стрингер 550. Также используется для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде, для проведения рейдов и патрулирований. Пример этих бойцов достоин подражания. Именно такая пропаганда пожарно-спасательного дела и вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на практике оказывается самой действенной. Мы хотим увидеть изнутри нашу систему МЧС, узнать, как там все устроено, чтобы иметь об этом хоть малейшее представление. Спасатели надеются, что школьники заинтересуются профессией и пополнят их ряды. Но главное, чтобы они поняли, не стоит во всем полагаться на постороннюю помощь. Надо стараться избегать чрезвычайных ситуаций. Марина Меньшикова, Юлия Майданова и Марина Никулина. Новости 24. Онега.